Медицинская статистика в Украине. 65% людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Более 10% от заболеваний органов пищеварения и органов дыхания, что свидетельствует об отсутствии политики формирования здорового образа жизни в стране. Человек – сложная система, а болезнь сигнализирует о сбое в ней. Мы спешим заглушить боль, не заглядывая в первопричины заболевания. Решать все эти проблемы мы будем в телепроекте «Доктора». Впервые в Украине создан телепроект «Реалити», в котором осуществлен комплексный подход к лечению человека. Вы заглянете за кулисы медицины, увидите все этапы диагностики и лечения, услышите, как проходят приемы и консилиумы докторов. Кто же стал героем нашего телепроекта сегодня, мы узнаем с вами прямо сейчас. Сегодняшняя наша героиня – Наталья Васильевна Слободенюк. Она уже успела отпраздновать золотой юбилей и все это время посвящала себя близким. Меня больше как бы интересовали мои дети, моя семья, и хотелось им уделить больше внимания. Поэтому вот так и получилась такая не особо красочная жизнь, но во всяком случае я ею довольна. И большая гордость нашей героини – ее дети. Даже самые счастливые моменты жизни Натальи Васильевны также связаны с ее детьми. Я считаю, что жизнь удалась хотя бы потому, что хорошие дети. Хорошие дети – это не всегда, не у всех такая радость есть. Я считаю, что это большое такое достижение, и я просто счастлива. Сегодня уже наша героиня задумывается о том, чтобы посвятить время и себе. Да, казалось бы, вот уже детей вырастили, уже дети взрослые и работают, и отучились, и все. Вот, и осталось время и для себя, и возможности пожить, и все. Ну, не всегда, конечно, получается, потому что возраст и связан со здоровьем, и все. Последние лет 5, рассказывает Наталья Васильевна, организм стал давать сбои. Поэтому она решила обратиться за помощью в нашу программу «Доктора». Что ж, настало время им браться за дело. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Да, Наталья зовут. Фамилия, имя, отчество, скажите. Слободенюк Наталья Васильевна. Так, расскажите мне, пожалуйста, сколько вам полных лет? 52. С чем вы пришли к нам? Какие у вас есть жалобы? Жалобы. Жалобы стали почему-то такие, давление поднимается. Максимум до каких цифр? 180-100. Бывает ли хорошее давление? Редко. Чаще большое? Ну, не совсем большое, но 140, допустим, на 90, там, на 80. Это вот уже шум в голове, звон. На фоне этих цифр давления? Нет, появляется постоянный. Так, еще что беспокоит? Память ухудшилась значительно. Угу. Очень. Пугает это. Ну, что еще? Страхи появились. Тревожные страхи? Да. Страх чего есть? И страх смерти. Страх смерти. Да, да. Вот. Потом боязнь очень транспорта. Насколько часто вас страхи, тревоги беспокоят? Ну, страх транспорта – это постоянно. Да. Вот. Ну, а все остальное, вот, бывает такое, знаете, вот из-за этого страха даже нога не имеет. Так, расскажите мне о том, как вы переносите физические нагрузки, как ваше сердце, есть ли одышка, нехватка воздуха при ходьбе? Бывает, за последние 2 года вот появилось такое даже не при ходьбе, сильный стук сердца. То есть приступы сердцебиения? Да, я его очень слышу, да. Даже становилось страшно, думала, что вот стучит и перестанет. Бывало такое, что пропускала. То есть перебои? Да, да, вот стук. И в этот момент, конечно, нехватка воздуха. И нехватка воздуха. Да. А вот эти паузы в работе сердца, они очень продолжительные? Вот сердце остановилось? Нет. Ну вот буквально, да, какой-то удар пропустила, и все, и дальше пошло. Что вы еще знаете о ваших внутренних заболеваниях? Язвенная болезнь. Есть язвенная болезнь. Да. Как давно она последний раз вас беспокоила? Весной. Весной. Когда гастроскопию делали последний раз? Весной. Это же весной. Что нашли? Что доктора сказали? Язва, гастрит. Потом. То есть язва свежая была? Нет, она зарубцованная.
То есть старые рубцовые процессы есть, да. Свежих язва образований нет. Нет. Явление гастрита присутствует. Да. Да? Все, что необходимо по вам, мы обязательно проверим. И встретимся для того, чтобы обсудить, что же нашли наши доктора. В соответствии с направлениями наших докторов, Наталья Васильевна отправилась в лабораторию ИБИС. Здесь ей сделали общий анализ крови, биохимический анализ на сывороточное железо для оценки обмена железа в организме, кроме того, анализ крови на калий, магний, кальций. Также наши героини провели липидограмму, коагулограмму и гормональные исследования. Следующим этапом стала комплексная диагностика и консультации врачей. В рамках диагностики доктора провели рентгенограмму шейного отдела позвоночника, рентгенограмму стопы, ультразвуковое исследование щитовидной железы, доплер сосудов головы и шеи. Этого Наталья Васильевна прошла консультации у гинеколога, невролога, кардиолога и травматолога. Залогом хорошего здоровья является и здоровая полость рта. Ведь проблемы с зубами непременно отражаются на состоянии всего организма. Поэтому Наталья Васильевна прошла консультацию у специалиста стоматологической клиники «Авасак». Я бы вам рекомендовала сделать панорамный снимочек. Он позволит нам детальнее изучить каждый зубчик и принять решение, что с ним делать. Потому что очень множество пломб, и хотелось бы посмотреть, что же под ними. Потому что визуально вроде бы все в порядке. Есть мост на верхней челюсти, внизу короночка, тоже хотелось бы посмотреть, что там под ними. Все ли в порядке, нормально ли запломбированы корневые каналы, или запломбированы ли они вообще. Вот. Дальше есть небольшая кровоточивость десен, воспаленная немножко десенка, поэтому нужно сделать обратную чистку, то есть убрать все зубные отложения, надо поддесневые, и почистить зубки пескарстроем, это сода-подноборчиком водички, то есть продуть все межзубные карманчики. Вот. Ну, в принципе, все. В вашем случае больше я ничего такого не заметила, не нашла. Да, а сейчас самое время согласовать докторам первостепенную, второстепенную и медикаментозную терапию. Уважаемые коллеги, предоставляю вашему вниманию историю жизни и обследования пациентки Слободенюк Натальи Васильевны. Давайте детально, каждый выскажет свое мнение в отношении данной пациентки. Алла Михайловна Шевченко, врач высшей категории, кардиолог, терапевт, семейный врач.
Дело в том, что у Натальи Васильевны, невзирая на то, что она достаточно молодая женщина, уже сформировались повреждения органов мишени. Это не только сердце, которое мы видели, мы понимаем, что там есть и сосуды. И на фоне достаточно высоких липидов, мне кажется, тем не менее, я бы ей уже четко отрегулировала вот это вот торможение метаболического синдрома за счет жесткой диеты. Элина Владимировна Бережная. Врач-кардиолог высшей категории, заведующая многопрофильной поликлиники Интосана, кандидат медицинских наук. Невзирая на то, что большие надежды, мне кажется, все-таки на гинеколога в плане вот этой психосоматики, я бы на эту депрессию тоже уже воздействовала не антидепрессантами, но и с чудесной в нашем арсенале гепатопротектор с великолепным противоастеническим, противодепрессивным эффектом. И тогда еще терапия, любая предложенная коллегами, прошла бы на ура. Теперь давайте дадим мнение Татьяне Евгеньевне, неврологу, которая тоже должна помочь для того, чтобы откорректировать все жалобы, которые она предъявляет, связанные с ощущениями головокружения и депрессивного фона. На мой взгляд, на фоне гипертонической болезни, мы уже с ней оговаривали, это и вот этих метаболических нарушений, формируется хроническая недостаточность мозгового кровообращения. Иными словами, хроническая ишемия мозга. Татьяна Евгеньевна Калюжная, врач-невролог высшей категории отделения кардиососудистых патологий, неврологии и эндокринологии. Итак, исходя из осмотра пациентки, в общем-то, я сделала определенное назначение, не распаляясь, достаточно минимально, но то, что необходимо. То есть гипотензивный препарат раз, препарат, снижающий, так сказать, вязкость крови два, то, что стимулирует мозговой кровоток и улучшает венозное кровообращение. Но ваши препараты будут курсовыми, правильно мы понимаем, да? Мои препараты, то есть они не назначаются на пожизненный прием. Кроме, вот ваши впечатления. Кроме гипотензивных и улучшающих реологию, это курсовые. Это курсовые. Это но курс не менее 2-3 месяцев. Давайте дадим слово Николаю Петровичу, потому что очень интересная позиция у данной женщины. Может ли пациентка с болевой формой остеопороза и с остеопорозом вообще давать себе физические нагрузки, и как она должна понимать тактику лечения остеопороза? Учитывая длительность этого заболевания, деформирующего изменения голеностопного сустава, плюс наличие краевых остеофитов, паточных шпор, надо рекомендовать пациентке комплексное лечение, что будет включать как медикаментозное, так и физиопроцедурное лечение, а также ношение ортопедических стелек. Николай Петрович Оберемок, врач-травматолог высшей категории отделения травматологии, хирургии и лор-заболеваний. И, Татьяна Валентиновна, хочу услышать ваше впечатление и ваше мнение по поводу ведения женщины в периоде постменопаузы. Наталья Васильевна считает, что она в постменопаузе, но на самом деле, когда мы начали беседовать, обследовать ее, вопрос становится совсем по-другому, потому что 8 месяцев назад у нее были месячные, предыдущие точно так же были. Но женщина сделала акцент на 5 лет, потому что 5 лет назад у нее начали все эти симптомы, и приливы, и отливы, нарушения сна, и гипертонические изменения. Поэтому она считает, что она уже находится в таком возрасте, что это менопауза. Татьяна Милетьевна Гринкевич, врач-гинеколог высшей категории отделения гинекологии и урологии, кандидат медицинских наук. При исследовании ее гормонального фона, при ультразвуковом исследовании мы доказали, что действительно она находится в периоде переменопаузы, то есть ее еще собственные клеточки выделяют гормоны, но просто выделяют в очень малом количестве. И организм на это отвечает следующими симптомами. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, неврологическая симптоматика, остеопорозы. То есть это те симптомы, которые, в общем-то, я связываю, начало этих симптомов связываю с тем, что у нее началась гормональная перестройка, организм реагировал, но сам адаптироваться или справиться с этими изменениями не смог. И они сейчас стали стойкими, поэтому я бы назначила ей гормональную заместительную терапию. И я бы хотела просто коллеге задать вопрос. На остеопороз мы никак не будем действовать? Будет достаточно того, что будет гормональная заместительная терапия? Или все-таки мы что-то будем добавлять? Препараты кальция можно добавить. В данном случае кальций и D3 обязательно связаны с витамином D. В таком случае, я думаю, что терапию мы усилим назначение препарата. Но мы помним, что препараты кальция не влияют на процесс резорбции костей. Да? То есть вот процессы...
процессы, которые могут угнетаться под действием mm-hmm. другой группы препаратов, мы тоже будем назначать, да? Mm-hmm. Так называемые бисфосфонаты, да? Я так думаю, начнем не с них, а с резандроната. Ну, с этой же групповой принадлежностью. Именно другое. Именно то, что тех препаратов, которые позволят влиять не на резорбцию, а наоборот на стимуляцию роста костных клеток. Она очень легко реагирует на вот конечно. Сердце справа, я удивительная. Угу. У меня язва, я ничего не могу. Ей нужно дать вот такую протекцию, чтобы она не отказалась от предложенной терапии и ее прошла. И как должна женщина быть предупреждена о профилактическом наблюдении за своим состоянием на фоне заместительной гормонотерапии? Прекрасный вопрос, обожаю этот вопрос. Современная гормональная заместительная терапия, она имеет широкий выбор. Кроме того, это препараты нового поколения, которые создавались настолько подобные нашим собственным эстрогенам, чтобы наш организм минимально замечал или как-то на них реагировал именно побочные явления. При назначении гормональных препаратов, да и других препаратов, которые работают и утилизируются печенью, мы говорим о том, что диета жирная, жареная, копченая, соленая, исключить или совсем минимизировать из рациона, первое. Второе, она должна обращать внимание на свои вены, да, и если она замечает, что появились новые какие-то признаки, боли в ногах, по ходу сосудов, отечность, да, любые какие-то новые симптомы, которых раньше у нее не было, она должна тут же прийти к врачу. Она может прийти к врачу не по профилю, но во всяком случае к гинекологу. Но гинекологу сказать о том, что вот меня беспокоит, раньше этого не было, сейчас я заметила, изжога появилась, боль в эпигастрии появилась, боли в ногах или другие какие-то симптомы. Я думаю, что врач обратит на это внимание. И даже если не касается это гинеколога или врача-кардиолога, какие-то симптомы, но врач будет понимать, что дальше с этой женщиной делать, на что обращать внимание. Видя ее терапию, он будет понимать, что может быть где-то порекомендовать изменить терапию по специализации или кардиологический был препарат, или препарат назначил травматологом, невропатологом. Но тем не менее, она уже будет охвачена наблюдением, и мы не упустим какие-то моменты. И мы рекомендуем не только вас посещать, но и кардиолога, поскольку знаем, что эстрогензаместительная терапия влияет на повышение вязкости крови. И поэтому антиагрегантная терапия должна быть рекомендована пациентке на постоянный прием. Да? Пока мы подберем вообще дозу адекватную. Если у женщины будет, она будет приходить, наблюдаться. И мы понимаем, что может быть нарушение вязкости крови. Правильно? Может быть. На данный момент, до назначаемой терапии, мы провели все исследования. Вязкость крови не повышена. Но учитывая нарушения неврологические, учитывая гипертоническую болезнь и требования к качественному капиллярному кровотоку. Не наблюдают за коагулограммы, да, за показатели свертывающей системы. И уже не говорить о том, что это будет длительно, навсегда и долго, и постоянно. Дело в том, что те конъюгированные эстрогены, которые сейчас рекомендуются в заместительной терапии, они минимально влияют на свертывающую систему. Загружая печеночку, тоже минимально. Поэтому вот то основное, что мы привыкли слышать, гормональная терапия, это страшно, это очень большая нагрузка на организм, мы сейчас это не рассматриваем, потому что новое поколение нам позволяет минимально навредить другим органам и системам, помогая основным симптомам. Таким образом, качество жизни пациентки зависит от ее информированности о своих заболеваниях и приверженности к выполнению рекомендаций доктора. Итак, в ходе консилиума доктора определились со следующими назначениями для Натальи Васильевны. Курс медикаментозного лечения, в том числе гормональная терапия, курс физиопроцедурного лечения, ношение ортопедической обуви, жесткая диета с употреблением кальциосодержащих продуктов, физические нагрузки. Об этих рекомендациях наша героиня сейчас и узнает. Здравствуйте, Наталья Васильевна. Добрый день. Давайте обсудим, какие результаты обследования у нас получились. Значит, во-первых, мы сделали исследование, которое характеризует о том, что вы действительно болеете гипертонической болезнью. Гипертоническая болезнь относится к категории инвалидизирующих сосуды головного мозга. Поэтому договариваемся о том, что предписание кардиолога по лечению гипертонической болезни нужно выполнять регулярно. Так, что еще? Были исследования со стороны сосудов головного мозга. Доплер написал
благоприятное заключение о том, что сосуды не толстые. То есть у нас есть надежда на то, что сосуды приобретут эластичность лучшую на фоне назначенного лечения. Значит, по УЗИ сердца наверняка вы знали о том, что у вас есть декстрапозиция, да? То есть да. У вас есть да. определенный вариант, который не есть болезнь, которая есть, получается, редкая, но физиологическая ситуация, с которой да. человек не должен чувствовать проблемы с сердцем, а должен жить так же активно, как и все остальные, у кого сердце слева. Сделали исследование стороны шейного и остеохондроза и проверили ситуацию со стопами. Что мы выяснили? У вас есть не только понятие остеохондроза и деформирующего остеоартроза, у вас есть изменения касательно разрежения костной ткани. То есть сама кость у вас начинает приобретать состояние порозности. Что это такое? Остеопороз. То есть допустить прогрессирование этого состояния ни в коем случае нельзя, потому что кость становится тонкая, костные балки расположены рыхло, большие пространства между костными балками. За счет этого кость теряет опорные высокие функции. И у женщин могут быть спонтанные переломы. То есть высокая степень остеопороза не требует даже больших нагрузок, а может произойти спонтанный перелом, сидя в кресле. Понятно. Поэтому это очень серьезные перспективы у вас, и остановить этот процесс задача докторов. У вас это выявлено. Так, сделали исследование молочных желез. У вас хорошая ситуация. То есть возрастные изменения, которые относятся к категории физиологической нормы. Никаких серьезных онкологических проблем не было выявлено. По УЗИ органов малого таза тоже органы выглядят достаточно сохранными, без патологических изменений, это хорошо. Заключение докторов по данному объекту, вот всему этому проведенному по вам, было такое. Значит, мы не боимся язвенной болезни, которая у вас не есть в стадии обострения, как фон. То есть желудок можно прикрывать определенными препаратами, но на фоне язвенной болезни желудка вы можете абсолютно точно принимать пожизненно препараты гипотензивного направления, и будут назначены препараты для коррекции гормонального фона. Гинеколог вам предложил определенную программу, по которой мы будем надеяться, что уйдут ваши вегетативные жалобы, то есть вот эта астенизация, слабость, низкая работоспособность, колебания давления, колебания пульса, изменения со стороны холестерина, изменения со стороны костных перспектив только одной вот этой таблеточкой могут укрощаться. И, безусловно, вам будет рекомендовано регулярно выполнять физические нагрузки, которые вы можете себе позволить. То есть это не должны быть нагрузки выше ваших возможностей, это нагрузки в ваших возможностях. Ходить пешком, так называемые аэробные нагрузки, быстрый спортивный шаг. Может быть, вы полюбите велосипед, может быть, вы полюбите занятия йогой, пилатесом. Это будет качественно сказываться на вашем общем состоянии. И мы приветствуем, что у вас правильное, нежирное, нежареное питание. Мы предполагаем, что вы сохраните ваши диетические предпочтения также. Вот, но внедрение спорта и усиление рациона в плане кальциевых продуктов позволит тоже приобрести определенную физическую силу. Поэтому будем желать вам на этом пути благополучного ощущения, благоприятного ощущения и позитивных перемен в вашем состоянии. Спасибо, я буду стараться. И вот Наталья Васильевна в фитнес-клубе Strong Jane, где ее ждет два водных занятия. Комплекс упражнений в тренажерном зале и урок йоги. Здравствуйте, меня зовут Валерий, я инструктор тренажерного зала. Как вас зовут? Наталья. Очень приятно. Сейчас попробую вам помочь, как выполнить те рекомендации, которые предписал вам врач. Как выполнить это все в рамках тренажерного зала? Первым упражнением, которое было предложено Наталье Васильевне, стала ходьба на беговой дорожке, так как ей рекомендовано нагружать ваши ножки в должной степени, да, чтобы они получали нагрузку каждодневную, которая необходима для того, чтобы укрепить ваши ноги, связочки и мышцы. После упражнения обязательная проверка пульса, 2-3-минутный отдых и переход к следующему тренажеру – велосипед. Также Наталье Васильевне инструктор рекомендовал упражнение «Приседание», которое она вполне может выполнять дома.
прекрасно. Держим спинку, следим за дыханием. Два. Вниз вдох, наверх выдох. Три. Следующие упражнения, подтягивания и отжимания, были направлены на укрепление мышц верхней части спины, которые отвечают за осанку. Все мышцы обслуживают сустав. Наш сустав или сгибается, или разгибается. Поэтому все мышцы должны в должной мере получать нагрузку для того, чтобы суставы были здоровы. Да. И еще одно упражнение, которое Наталья Васильевна выполнила, было направлено на укрепление мышц пресса. Так. Как вы себя чувствуете? Замечательно. Замечательно, да? Ножки, ручки, спинка нормально. Пока ничего. Отлично. Жду вас на следующей тренировке. Приходите. Также нашей героине в фитнес-клубе Strong Jane предложили посетить урок йоги, чтобы она могла определиться, что же ей больше по телу – физические нагрузки тренажерного зала или йога. Какое спортивное направление выбрала Наталья Васильевна, узнаем немного позже. А сейчас самое время уделить внимание здоровому питанию. О том, какие блюда стоит ввести Наталье Васильевне в свой рацион, советуют специалисты программы «Доктора», руководитель проекта «Термомикс». Сегодня мы будем готовить очень простые блюда. Итак, мы начинаем. Первым блюдом у нас будет суп из чечевицы, из красной чечевицы. Мы опускаем в термомикс наши овощи. Это лук, морковь и куриная сельдерея. Нам необходимо это измельчить. Так мы закрываем крышку и на пятой скорости в течение 3 минут, секунд мы будем измельчать наши овощи. Чашу опускаем чечевицу. Мы ее заранее замочили за 15 минут. У нас сегодня будет готовиться блюдо на 3 этажах. Внизу будет готовиться суп из чечевицы, вверху будет готовиться лосось. Лосось имеет, это морская рыба, жирные кислоты омега-3. У нас будет овощная подушка, это кабачок, корень сельдерея, морковь. И третьим блюдом это будет наш десерт. Яблоки фаршированные медом, изюмом и орехами. Мы устанавливаем 20 минут. Наш суп будет готовиться с лососем и с яблоками 20 минут ровно. Ну, через 20 минут нас термомикс позовет. Включаем кнопочку Варома, потому что наша пароварка называется Варома. Перевод с французского ароматный пар. И ставим первую скорость. Ровно через 20 минут наши три блюда будут готовы. Наши яблоки уже готовы. Они готовы буквально за 10-12 минут. Мы должны обязательно их сейчас снять, чтобы они не переварились. Мы далее закроем крышкой и доготовим еще наш суп и лосось. Выкладываем наши яблочки. Десерт у нас готов первым. Несмотря на то, что мы готовили наши яблоки над лососем, над рыбой, запахи в нашем термомиксе не перемешиваются, потому что здесь сухой пар. У нас закончился процесс приготовления. Кориандр и кумин, резеран, как называется, такой измельченный. Добавим обязательно в рационе питания для снижения холестерина присутствует оливковое масло холодного отжима. Меньше соли, можно немножко добавить перца. Символически добавим соль для вкуса. Поменьше используем суп. И сейчас нам необходимо пюрировать наш суп в течение 30 секунд. Суп готов.
можем добавить больше жидкости, он будет не таким густым, но чем гуще, тем он вкуснее. Обратите внимание на нашу красивую презентацию блюд. Я думаю, что она принесет не только хорошее настроение, но еще и заряд бодрости и энергии. И поможет вам иметь блюдо в доме, как в лучшем ресторане. Пожелаем вам приятного аппетита. Будьте здоровы! А теперь самое время отдохнуть и расслабиться. А поможет Наталье Васильевне в этом спа-салон Бали. Для нашей сегодняшней героини они приготовили самую изысканную комнату – белую. В салоне Наталье Васильевне в соответствии с рекомендациями врачей сделают балийский массаж. Ведь он обладает характерным эффектом расслабления, успокоения и стимулирования, так как комбинирует классический массаж, точечный массаж и ароматерапию природными натуральными маслами. Ощущения просто замечательные. Такое состояние легкости, блаженства, невесомости. Вот ты где-то там на каком-то острове лежишь на берегу. И балдеешь просто. Следует отметить, что массаж способствует восстановлению кровообращения, оказывает лечебный эффект за счет притока крови к внутренним органам, насыщения кислородом и воздействия на энергетически важные точки. Специалисты рекомендуют курс из 10-15 массажей с интервалом 1-2 дня. Завершающим аккордом посещения спа-салона Бали нашей героиней стало чаепитие. Благодаря программе «Доктора» Наталья Васильевна прошла комплексное исследование организма, услышала рекомендации врачей и преодолела первую ступеньку на пути здорового образа жизни. Сейчас она продолжает приближаться к своей цели – улучшение состояния здоровья. И лекарства принимаете, которые прописали мне, и комплекс упражнений в тренажерном зале, который посоветовал мне инструктор. Вот. Так что стараюсь и как-то побольше на воздухе бывать, дома как-то все это совмещать полезным с приятным. Как и раньше, Наталья Васильевна придерживается строгой диеты. Но при этом добавила в свой рацион продукты, которые содержат большое количество калия и кальция. Больше овощей, фруктов, меньше мяса, больше рыбы. Вот, и кальций, диета, продукты все с кальцием. Вот, поменьше жареного, потому что там же еще и с желудком проблемы, поэтому я старалась всегда с этим. Ну, а сейчас так вообще сам Бог велел и доктора. Мы желаем, чтобы Наталья Васильевна до конца прошла путь к улучшению своего самочувствия. А на сегодня мы с ней прощаемся и увидимся через несколько месяцев, чтобы узнать о ее новых достижениях на пути к здоровому образу жизни. Кто может стать партнером телепроекта «Доктора»? Только лидеры отрасли, клиники с высокой компетенцией и научным авторитетом. Кто может стать героем телепроекта «Доктора»? Именно вы! Каждый зритель имеет возможность пройти кастинг на участие в телепроекте и узнать все о своем состоянии здоровья, чтобы вовремя предпринять шаги к его сохранению. Запись на телепроект по телефону 300 887.